Всем привет! Сегодня у нас немного посылок, как последнее время. Где-то они на таможне застряют все время. Вот две штучки пришло. Давайте посмотрим на них. Нож Санренму. Я с ним последние несколько дней не расстаюсь. Из прошлого обзора купил его по акции. Его очень приятно держать в руках. Он такой, ну реально, он классный, сделан классно. И я его покупал на распродаже. Вот, сегодня мы им распакуем. Очень острый он. Очень мне нравится. Поэтому буду делать распаковки пока не. Итак, это робот, металлический робот, складывать его, то есть конструктор. Я спрашивал у людей, люди кто-то писал отзывы, что Gearbest упаковал плохо и он весь помялся. И я очень начал переживать, что возможно и ко мне дойдет он помятый, но вроде бы все неплохо. Давайте посмотрим. Ну, вроде детальки гладенькие, все пластинки. Вот так. Позже чуть-чуть снимем, как я его буду собирать. Вот. Давайте вот инструкция. Я, наверное, буду долго его собирать. Не так, как того пластикового. Тут столько деталей. С чего начать? В общем, жена у меня картины рисует, а я буду вот таких вот железячки собирать. В свободное время. Металл покрыт каким-то пластиком, защитной пленочкой. Вот, все ровное, гладенько, и ну, мне нормально все пришло, не мято. Ну, попробуем сделать. Давайте посмотрим, что у нас во второй посылке. Во второй посылке у нас сумка. Сумочка вот выглядит для проводков, шнурочков, зарядничков и так далее. Приятная на ощупь. Вот эту картинку вы, скорее всего, уже видели неоднократно. Так, здесь молния. А где же от нее замочек? Молния без замочка получается здесь. А как ее открывать? Брак, что ли? То есть, ну, сюда ж можно что-то положить, но нет в молнии, нету. И как попадать в это деление? Вот такой вот интересный брак. Здесь нет просто собачки для открытия молнии. Давайте попробуем открыть ее просто. Не просто не открывается. Ну да ладно. Вот резинки, чехольчик. Давайте попробуем что-нибудь в нее повставлять. Ошибся, я сказал скафагу, но это сумка с Rose Gal. Меня поправили. Вот, ну, как бы то, что под руку попало, я подцеплял, вот так позасовывал. Пусть будет так, можно батарейки будут повставлять. Вот, с резинкой я пробовал в разные места ее засунуть. Вот с двухметровым кабелем она туговато справляется, то есть еле залезла. Вот, ну, давайте попробуем, закроем. В принципе, отлично. Молния двойная. Можно вот так ее сделать. Вот, как бы можно будет потом перебрать все проводочки, свои зарядочки и аккуратненько все сложить в одно место, чтобы оно нигде не валялось. Сумка классная, мне очень нравится, но в моем экземпляре нет собачки на молнии, то есть на внутренней молнии нет собачки. Как бы за эти деньги, что я ее купил, ну, вот есть здесь отверстие для SD-карточек, кармашка для SD-карточек, сюда можно тоже еще что-то вставить. Но надо будет как-то сюда втулить эту собачку. Вот такой вот смешной брак у меня попался. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.